Меня зовут Лена, я из семейного клуба «Мечта», занимаюсь детками от 6 месяцев до 3 лет. Ты со мной. Все, что я буду делать, повторяй, пожалуйста. В этом домике дружок живет веселый язычок. Много у него друзей, с ними будет веселей. Каждое утро нужно чистить зубки. И вот наш гномик тоже почистить их решил. Зубы нужно чистить дважды. Каждое утро и вечер каждый. Язычком проведем сначала по верхней челюсти, и потом по нижним зубкам. Молодец, у тебя прекрасно получается. Решил наш гномик расчесаться, потому что посмотрел он в зеркало, лохматый-прелохматый. С волосами я дружу, их в порядок привожу. Благодарна мне прическа, а зовут меня расческа. Зубки стиснуты, и с давлением наш язычок выходит наружу, а потом обратно. Хорошо мы причесались. Ну что ж, настало время завтрака. Испекли блинов немножко, остудили на окошке. Будем есть их со сметаной, пригласим к обеду маму. Широкий язычок лежит на нижней челюсти. Удерживаем его неподвижно от 5 до 10 секунд. Блин мы съели с наслаждением, перепачкались вареньем. Чтоб варенье с губ убрать, нужно ротик облизать. Оближем сначала верхнюю губу, потом нижнюю по кругу. Теперь в другую сторону. Молодец! Пошел наш гномик погулять, и встретил он по дороге свою подругу-змею. Подражаем мы змее, мы с ней будем наравне. Высунем язык и спрячем, только так, а не иначе. Как шипит змея? Ну что ж, отправился он дальше. Шел-шел, и встретились ему на дороге лягушки. Ква! 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 Мы веселые лягушки, тянем губы прямо к ушкам. Ква! Ква! Молодцы! Выглянул он в окошечко и увидел кошечку. Выгляни в окошечко. Там увидишь кошечка. Кошка спинку выгнула, зашипела, прыгнула. Рассердилась киска. Не подходим близко. Язычок прячем за нижние зубки. Выгибаем его мостиком. Покажи, как спинку выгибает кошечка. Теперь будем придавливать язычок еще и зубками. Молодец, все упражнения ты выполнял тщательно и очень старательно. Я думаю, что ты очень быстро научишься говорить четко и красиво.